Добрий вечір, друзі. Це програма вперед Миколаїв». В одному з минулих випусків нашої програми ви побачили першу частину інтерв'ю з легендою Миколаївського боксу, заслуженим тренером України Миколою Петровичем Хаджагло. А за мить дивіться продовження цієї цікавої розмови у студії Ніквістей. <звук> Кікбоксинг в Ніколаєві. Сейчас ви основатель школи кікбоксингу в Ніколаєві. От, жаль, да, Результаты были э, ошеломляющие вообще в те времена, когда в состав сборной Украины это была половина Николаевцев входили. Чемпионы мира, чемпионы Европы не проходило года. Ну, если мы с чемпионата Украины э, привезли по 12 золотых медалей. Но ну, так было. Действительно, и статистика есть, и, 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 и так далее. Жизнь заставила так, что занялся женским боксом, затем вот сейчас как бы э, поручили поднимать в мужской бокс. Немножко отошел от... Ну, здесь есть объективные причины. Практически все тренера, там, мои воспит... все тренера по кейбоксингу, мои воспитанники. Э, времена, может быть, изменились. Мода ММА, мода MMA, вы прекрасно понимаете, что идет отток молодежи в тот вид спорта и по всей видимости они имеют право на это. Результаты упали, упали и по ряду причин, потому что вот эта система, э, наша спортивная система, система подготовки в США произошла реформа, которая э, вредит не только, скажем, кикбоксингу, всем видам спорта, когда в Д.С.Ш. могут заниматься, э, ну и, Ребята, молодые мужчины, те, которые, допустим, если они учатся в институте, только профильном. Угу. А так он не имеет права в США. И вот здесь включается финансовая система. Финансировать США может только своих воспитанников. То есть на все соревнования. Есть спортивные, ну, спортсмены, раскрываются до 27 лет и так далее. А финансировать его со стороны ДСШ мы не можем были времена, что в облспорткомитете спорткомитете тоже денег было очень мало, скажем так. Ну, вы работаете, в принципе, да. и над этим вопросом сейчас, я знаю. Но ну, женский бокс, вы сказали. Достаточно вот несколько еще, может быть, лет назад, ну, может быть, так, десятилетия назад, достаточно экзотический вид спорта был для многих. А сейчас олимпийский вид. И вы главный тренер сборной. Как был. работает? Вы были главным ну, тренером сборной. Как работается вообще? И кого легче тренировать? Мужчин, женщин, какие вот есть ну, особенности? Тоже парадоксальные моменты были и в этом. Так получилось, что работая в кикбоксинге, там женский раздел был действительно достаточно много девчонок. И я начал с того, что я приглашал тренеров, девчонок, они фактически готовые спортсменки, тем более, что спортсменки, прошедшие горнила международных соревнований, чемпионатов мира, то есть у них был богатейший международный опыт. И вот и мы как-то влились, одни из первых начала Украина участвовать в европейских чемпионатах, в мировых чемпионатах, поэтому мы постоянно были среди лидеров. Э -э в любой работе нужна определенная система. То есть эта система была и у меня, э -э подтягивая ребят, создавая... В начале, допустим, центры Николаев, Киев, Ивано-Франковск. Мы так расширяли, так, скажем так, я не буду говорить, что я, я. ну по моему совету открывались отделения бокса женского в других городах, в других областях, США, ШВСМ. То есть создали э, инфраструктуру, которая действительно помогала. И сейчас девчонок на чемпионате Украины, в, феврале, в начале февраля этого года, около 200 девчонок участвовало. Да, немножко результаты пока не те, но я думаю, что самое главное... Но от Николаева да, также были представители, да? Были, но гораздо меньше. Вот здесь где-то где бросил, ушел. Нет еще того баланса, который нужен, желателен. Ясно. Вот еще такой вопрос. Дети. Это когда начинают, когда приходят. Сейчас достаточно много, как вы сами сказали, разных существует видов боевых искусств, же ММА. Как сейчас вот приходят они в бокс? Как вы долгое время работаете с ними? Как мотивируете на то, чтобы приходили именно в бокс и занимались боксом, не уходили вот в другие виды? не хотелось бы как бы выглядеть таким бурчащим, что вот нынешние времена и прочее, прочее. Была советская школа, э, советская наука спортивная. И это мое твердое убеждение, когда в единоборство приходят с пяти лет, там ну, нечего делать в этом возрасте. Рановато. Области. очень рано. В советские времена в бокс принимались 13 лет. Я считаю, что единоборства должны точно так же с этого возраста принимать. Это и полезно для здоровья. И действительно, человек, который занимается единоборствами, он действительно должен немножко уже ну, соображать, чем он занимается, чего он хочет достигнуть. Это одна беда принимает в семи, боксирует уже с 8-9 лет. И ребята, вот здесь такие моменты бывают, говорю, очень известные спортсмены, не буду называть имена, уже 18 лет собирались перчатки вешать, они уже были присыщены. Психологически? Совершенно верно, да, бои, они то действительно несут определенную нагрузку. Говорят, если боженька нам дал жизненную энергию, вот стакан, хочешь растягивай на всю жизнь, а хочешь глотком выпить. Вот если торопишься... Ясно, что многие ребята э, покидают избранный вид спорта. Кто-то с борьбы переходит на бокс и так далее, и так далее, ищут себя. Э, когда человек чем позже приходит, ну, тот же Игорь Павленко, он пришел достаточно поздно. Э, вначале в боксе, потом ушел в футбол, в 17 лет вернулся в китбоксинг, скажем так. И он добился определенного результата, и Игорь Павленко, которому сейчас уже... Уже 40 лет, извините, он еще в парах стоит, он еще может боксировать, это я это вижу. Ну это связано с тем, что вовремя приходит. Совершенно верно. Но вот действительно такой вопрос существует вот как тренеру к вам моменты психологии, когда человек занимается боевыми видами искусства, единоборства. есть какие-то моменты, вот когда может быть где-то он свою силу применит не так, как это необходимо. Как вы настраиваете своих воспитанников? И есть ли жесткие правила вот по этим всем вопросам? Ну прежде всего, когда я в клубе работал один, вот как раз все эти ребята Первая плеяда – это Панфилов, Мериков, Казаченко и так далее, и так далее. У нас были разговоры, действительно, что и экзотика, и иногда было не без того, что где-то к нам приходили с уроном милиции, проверяли, а вот там где-то кто-то кого-то с ноги ударили. Вот у нас было четко договор. И ну, те ребята, которые только приходят, мы конкретно говорили, нельзя использовать это оружие и нельзя использовать это на улице. А по жизни я уже просто знаю, что сильный человек, сильный человек, России, да, -на это ребята вооружены. И они себя ну, по отношению к более слабому и относились так, они, ну, не то что лояльно, они могли остановить, успокоить. Поэтому э, минимально было таких э, случаев, так что чтобы смотреть действительно криминальные случаи. Ну, в, в жизни всякое бывает не без того, но слава богу все обходилось. Сейчас точно такая же работа, я стараюсь вести, чтобы дух того клуба Клуб боксики Босина Николаев, он сохранялся. Ребята э, знают мои требования. Действительно, что мы э, раз в году, к сожалению, когда подводим итоги, все собираемся вместе в зале. Ну, елка, не елка, ну что-то такое. Для ребят это увидеть знаменитых спортсменов, потому что, когда они приходят к тренеру, Игорь Павленко, это заслуженный тренер, это действительно легенда украинского кикбоксинга, двукратный чемпион мира. Они не, они на, на эту тему не задумываются, а когда мы объявляем и говорим трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира среди любителей и так далее, и таких у нас очень много. Вот ребята сами уже забыли, что они имеют такие звания, поэтому мы иногда говорим это вслух, так чтобы их воспитанники знали, а где они тренируются, в каком месте действительно уникальная школа в этом плане. Вот у нас завуч, мастер спорта международного класса по боксу, мастер спорта по кикбоксингу, двукратный призер чемпионата мира по кикбоксингу, финаль, э, призер чемпионата Европы по боксу Таня Иващенко. Скоро станет мамой, я думаю, что э, ее детки тоже будут заниматься. Но вы сами как приходили э, в бокс? Там интересная история была у вас, я читал в одном из интервью. До 9 класса вам вроде... А, как... — Коллег Прокофьевичу Григорьеву я пришел, да, действительно. Я был невысокого роста, в классе стоял самый последний. Сейчас одноклассниками встречаюсь, я почему-то выше их роста. Я удивляюсь, я всегда, я привык, что я был в, в самом конце. Коллег Прокофьевичу привели меня, он мальчик через год приди, Я тогда чуть не расплакался, впечатлительный был. Пошел во Флотилию, два года отходил во Флотилию, а потом меня снова привели коллег уже Прокофьевичу Григорьеву. ну и так получилось. Это великий человек, великий педагог, скажем так. То, что Николаевская школа бокса после военной, это, скажем, он и папа, мы ее, и называли его папой. И благодаря ему я стал тренером. Ну, говорят, что люди, которые спортсмены, они все свою энергию направляют в спорт. Ну, это понятно, да, в профессиональный спорт. Мы знаем, вы, на самом деле, разносторонний человек. В одной из любимых увлечений это чтение, и также ходите в музей, галереи. Сейчас удается выделить на это время? <связь> ну, реже, гораздо меньше времени. Это, может быть, чисто возрастные такие. Но бывая в таких местах, скажем так, несколько раз было так, что мне, мне звонят. Я говорю, ты где? Я иду к Монелизе, посмотри, а как так. Ну, такие моменты были. Вот. Зная, ну, скажем так, вот здесь 100 величайших музеев мира, или 50, и я уже там подчеркиваю, где я был. Потому что это очень интересно, действительно, познавать мир, ну... ну такая. вы за эти да. годы, наверное, во многих музеях побывали, много чего увидели в спорте. И мы знаем, что у вас совсем недавно был юбилей. мы вот Студии сегодня, всех э... нас хотим поздравить вас с этим юбилеем, пожелать здоровья, всего у -у -у. самого хорошего и, конечно же, новых побед Ой, вашим Спасибо восхищем. большое. Спасибо вам большое. Я тронут. Я думаю, что э, разговор у нас сегодня получился. Мы благодарны вам за то, что вы нашли время в своем графике и пришли к нам. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии был э, заслуженный тренер Украины, э, разносторонний человек, самый главный оптимист Николай Хаджаглав. Спасибо. Спасибо.